можем, извините, мы вот вышли специально с Виктором Геннадьевичем, чтобы сказать вам огромное спасибо, что вы были с нами, вот, что вы слушали. Я считаю, что тема вообще просто настолько актуальна. В тренде. Это просто, так сказать, инновационный тренд современный. Причем я думаю, что и для разных возрастов, для разных социальных, там, каких-то еще культуральных моментов. Вот спасибо большое, друзья, за позитивные отзывы. Вот, нам тоже очень приятно, Жанна Юрьевна, что мы вам полезны. Поэтому мы с вами прощаемся на время, чтобы встретиться вновь и поговорить еще о более актуальных и более интригующих моментах такой завораживающей интимной жизни, о которых вы стесняетесь спросить. Да. Конечно. Поэтому еще раз говорю, готовьте вопросы самые такие щекотливые, потому что действительно тема интимных отношений, но она и так табуирована частично, да, и многие вот не могут раскрыться полностью. Поэтому не стесняйтесь, у нас полная конфиденциальность. Да? Вот, да. Поэтому мы абсолютно готовы пойти, так сказать, немножко в таком варианте юмористически прикладной, чтобы не загружать вас медицинскими тонкостями. Больше, да? Да. Но я думаю, что очень была тема интересная, полезная, поэтому спасибо всем, кто был с нами. Друзья, до новых встреч. Всем, естественно, несмотря на середину недели, страстного вечера и более страстной ночи. Новых испытаний. Новых испытаний и новых поисков. И новых изюминок сексуальных, которые поисков вы найдете, точек, да? Поисков эрогенных зон. Да, вот давайте сегодня сделаем домашнее задание, да, поищем точку G у себя и у своего партнера, или хотя бы эрогенные зоны, и потом поделитесь с нами, может быть, вы что-то новое откроете. Может быть, действительно у кого-то будет вообще эксклюзивная точка, правда? Может быть, да. Вы не стесняйтесь, вы задавайте вопросы, пишите, вы пишите здесь вопросы, ничего страшного, зазорного в этом нет. Мы все абсолютно люди. Да. Это физиология, мы не открываем что-то такое с Марса, да, вернувшееся, что-то эксклюзивного не проводим испытания, да. Нет, боже, да, избавьте, все для вас. Мы говорим о классике жанра. Да. Мы говорим о норме. О норме, но с поправкой на современную реальность. Да. Вот, как бы говорю, на клиническую ситуацию, да. Поэтому, друзья, еще раз всем любви, счастья, страсти, гармонии. Ну и всего самого хорошего. Секса, здоровья и благополучия. Поэтому искренне ваш. Всегда с вами ВГС. Ну и Жанна Юрьевна присоединяется. Да. Ну и так, мои дорогие. Спасибо огромное, действительно, что вы были с нами. Мы очень рады. Мы проведем с Виктором Геннадьевичем через 2 недели запланируем эфир, да? То есть мы тогда сейчас обозначим дату. Это анонсируем будет... его. Да. Заранее время. Обязательно мы предупредим. То есть, как всегда, смотрите, пишите активно, участвуйте. Не нравится, что вы вообще пассивные, ленивые, честно. Все делается специально для вас. Вот представляете, мы сейчас сидим с Виктором Геннадьевичем. Каждый уже отработал из нас. Уже 13 часов, и мы специально нашли время, чтобы посвятить его вам, да, чтобы вы были еще гораздо умнее. То есть мы доносим для вас всю эту информацию, которую, весь багаж, который имеется, потому что действительно вы такое можете везде получить. Только через интернет, но интернету доверять не всегда мы можем, правильно? Да, я думаю, что вот таких откровенных вещей вы практически нигде не получите, да. Именно потому что, причем бесплатных, да, потому что сейчас даже мастер-классы целые проводятся, мы потом поговорим, да, когда будем говорить о струйном оргазме или там страстном сексе партнеров. Но вот в таком варианте, чтобы получить еще и какие-то знания, которые вам пригодятся просто в обычной жизни, да, а наша сексуальная жизнь, это, еще раз говорю, залог нашего здоровья. Вот, поэтому вот для того, чтобы это все было у нас гармонично, мы всегда с вами работаем для вас. Виктор Ильич, я, наверное, предлагаю так. То есть мы вот какой-то еще проведем там... Конечно, у нас очень много информации, но мы какой-то эфир проведем специально, ответ-вопрос, да, наверное? Да, я думаю, что мы проведем такую дискуссию, да. Именно дискуссия, поэтому вы не стесняйтесь. Потому что вот сколько вас не выводи, вы всегда в стороне, в тишине, послушай у кого-то другого.
а будьте участником, будьте с нами, всегда с нами. Поэтому предварительно мы планируем эфир на 16 июня, угу. как всегда, 19:00. Мы там закроем себе приемы. Да, ну, не то, что закроем, нет, мы неправильно говорим, мы чуть-чуть сократим время, да. Вот. И опять же, мы посвятим его вам. Потому что у вас такой уникальной возможности не будет, поверьте, у нас в Новосибирске сексологов, опытных, знающих, грамотных, таких как вот Виктор Геннадьевич, естественно, таких нет. Да и вообще в сексологии, честно, не каждый понимает, соображает, я же скажу с русским, опять же, народным языком. Вот, поэтому для этого этот эфир, это череда эфиров, которая будет еще. И да? Это живое общение. Это живое общение, оно всегда приятно, представляете, потому что сейчас мы живем в таком, такое время, в таком мире, наверное, даже, когда все только вот перепись населения, да, я вот сегодня себя поймала на мысли. Избыток информации без анализа, если так можно сказать. Недостаток живого общения, да, но при этом избыток информации с интернета, которую вы не можете переварить, и она немножко противоречивая, поэтому вот в этом плане мы хотим расставить точки над «и». Точки над «и», да. Поэтому мы еще раз говорим, можно на прием попасть. Как вам можно на прием попасть? Скажите. Очень просто пока. Ко мне попасть на прием. Телефон для записи с клиника ЦНМТ 363-0183. Да, да. Сайт Виктор Ильич Стуров, про докторов, любой контент, пожалуйста. Стоит вам прогуглить мою фамилию, вы найдете все информации, адреса, пароли, явки. Везде, в конце концов, если вы прочтете анонс в каждом непосредственно моем посту, да, там будет указано ник Виктор Геннадьевича. Да. У вас закрыт, кстати, аккаунт? Нет, открыт аккаунт. Ох, так доктор более. Стуров аккаунт есть. У Жанны Юрьевны аккаунт есть. Спрашивали, как вам приемно попасть. Да. Пожалуйста, вы можете писать, наверное, в Инстаграм. Можете обратиться через колл-центр клиники. Как вам будет удобно. Мы всегда для вас открыты. В записи можно будет увидеть, у нас, по-моему, сохранилось, уважаемые. Да, а что не видно, кто там с нами на связи? Да. Наши коллеги ЦНМТ, мы вас приветствуем, дорогие друзья. Спасибо, да, что вы с нами нашли время присоединиться к нашему вебинару. Все, июнь расписано. Поэтому, да. Но, тем не менее, мы найдем для вас. И я понимаю, что июнь расписан, но я для вас все равно открыт. И пишите, находите меня в продакторов и записывайтесь на онлайн-консультацию. В конце концов, я найду, где вас принять. Да. Да. Запишите заявку на консультацию. Итак, до 16 июня 19:00 по Новосибирску, как это нам уже принято, да? Да. Я считаю, что эфир был очень жарким, очень интересным, насыщенным, познавательным, с пользой для дела, для семьи, для вас, наши дорогие подписчики, пациенты. Поэтому я говорю вам огромное спасибо, что вы были с нами. Очень приятно было, очень приятно. Ну, мы старались, да? Ну, конечно, мы зажгли очередной раз. Спасибо за ваши отзывы, да. Мы действительно классные. Вот, мы тут стараемся выглядеть, вот, да. Все для вас, все для вас. Вот я сегодня подошла, Виктор Геннадьевич говорит, о, я говорю, да, говорю, о, говорю. Он говорит, о. Супер, секси гел. Вот, поэтому... Целую, люблю, как всегда говорю, всегда ваша ПЖЮ. Спасибо. Спасибо, дорогие огромное. Друзья. Спасибо. Всем удачи, счастья, страстного секса и любви. Поэтому до скорой встречи в эфире. Исследование эрогенных зон. Все впереди, господа. Точек. Все будет. И исследование эрогенных зон, поиск поз, которые приятны вам. И... Не стесняйтесь, главное, любовных не стесняйтесь. Игр и прелюдий, да. Пишите, кто что нашел, где вот какую все, точку, нашел, зону, да, пишите, мы это обсудим. Что испытали, да, может быть, после нашего эфира как-то если стали нам, чувствовать оргазм. Давайте да? мы такой бонус, я что-то вот, у меня мысль придумал. Да. Если нам женщина опишет свой оргазм, мы придумаем и подарим...
лекции в онлайн-формате на почту тем женщинам, которая мне опишет, что она чувствует. Подождите, во время вам оргазма. Нам сюда опишет, не стесняясь, анонимно, да. Я стесняюсь. А зря вы стесняетесь, что... да. Вообще. Вот. Если вы опишете словами... Если бы я не была вообще врачом, я бы описала, конечно, честно. Вот опишите нам, да. И у нас у вас будет бонус, я вам... А если нет вообще желания? Ну, а это следующий эфир будет? А это мы следующий эфир поговорим. Это уже нарушение будет, да? Да, это уже будет дизоргазмия или дизлибидемия. Вот, поговорим, друзья, потому что действительно наша жизнь очень полна всяких неожиданностей и стрессовых, депрессивных моментов, и отсутствие желания. Это тоже, такое может быть. И не надо из этого делать трагедию. Я говорю и мужчинам, и женщинам. Самое важное, как я говорил, 95% эректильной дисфункции поддается лечению. И 99% нарушений либидо, нету первичной анаргазмии, то есть женщина, чтобы ни разу не испытывала либидо в течение жизни, это единичный случай, это казуистика медицинская. Поэтому, дорогие друзья, вы можете быть счастливы в сексе, вы можете быть успешны в сексе, вы можете быть комфортны в сексе. Этом. Да, вы не знаете об этом, но вы вам поможем обрести счастье интимного, так сказать, интимного благополучия. Что это стыд? Вот мы об этом поговорим. Абсолютно верно. Да, женщины многие устают, многие женщины имеют определенное воспитание, что прививалось испокон веков, да. Что это плохо, что это постыдно, что это как-то аморально и так далее. Да? Как говорили классики, все, что нам приятно, нам либо ведет к ожирению, либо карается уголовным кодексом, либо все, что приятное в этой жизни, все либо аморально, либо придет к ожирению, либо карается уголовным кодексом. Это примерно так. Да, Виктор Ильич, а я вот предлагаю, да, то есть начать с чего? Ну, не каждый может сразу так сказать. Вот ты, вот мне тут нравится, там нравится. Начните с себя. Конечно. Каждая женщина – женщина. Она должна быть красива, она должна изначально нравиться сама себе. Да. Поэтому, не стесняясь, начните с того, что встали перед зеркалом и начали изучать свое тело. Не нравится? Сказали. Вот именно здесь, в этом месте, мне уже должно понравиться. Вы должны сами себе, да? Абсолютно верно. Вы должны сами даже найти. Сначала вы должны найти свои эрогенные зоны, а потом дать возможность партнеру поискать эти эрогенные зоны. Не стесняться в этом. Так что если вы стоите обнаженные перед зеркалом, хоть вам 17 лет, хоть вам 80 лет, это абсолютно норма. Да, и это абсолютно, так сказать, не является никаким зазорным. Ну, я понял, да. Ну, это вот. Поэтому, как поговорить с ребенком о первом сексе, мы тоже поговорим о психосексуальном. Это очень актуально, потому что, к сожалению, у нас молодежь при массовой информации имеет неправильное представление о том, что он является нормативным сексуальным отношением. Вот, поэтому это все обсудим, конечно же, и как правильно даже говорить ребенку о сексуальных моментах. Да. Да, это тоже будет обязательно. Так что вы следите, поговорим. Смотрите обязательно за нами. Да, да, то есть все делаем только для вас. Да. Еще раз, друзья, спасибо. Да. Всем удачи, комфорта, страсти. Прекрасного вечера. И прекрасного вечера. Искренне ваши. ВГС и ПЖЮ. Да, все, целую. Целуем. Целую.